Главная новость. Акции «Уралкалия» уходят с московской биржи. Практически единогласно акционеры одобрили прекращение торгов акциями «Уралкалия» на московской бирже. Решение логично. Напомним, начиная с 2015 года количество акций «Уралкалия» в свободном обращении снизилось с 27% до немногим более 5% от уставного капитала компании. Из-за этого в июне этого года ценные бумаги «Уралкалия» были переведены из первого в третий уровень листинга московской биржи. А теперь, получается, акции калийного предприятия и вовсе уходят с биржи. Также акционеры решили увеличить уставной капитал «Уралкалия», выпустить 150 миллионов привилегированных акций. Как ранее сообщал «Уралкалий», средства, полученные от размещения акций, планируется направить на снижение долговой нагрузки компании. Те акционеры, которые не голосовали или голосовали против таких решений, могут продать свои акции «Уралкалию» по цене 135 рублей 95 копеек за бумагу. Отметим, что на момент подготовки этого материала к эфиру одна акция «Уралкалия» на московской бирже стоила 117 рублей 65 копеек.